Никто не имеет права менять мне заботы и предупреждать.
предупредив об этом. Он испугает добычу на 10 миль кругом. А себе, глава волков, нужно хоть за твою. Ведь мать молчится, воспитывает человеческого детеныша. Человеческий детеныш мой, отдайте его мне. Разве мало в пруду лягушек и жуков, что застал питаться человечем? Человек самое слабое и беззащитное животное, и трогать его недостойно охотника. Его родители убежали, оставили его на волчонке, а Шанхар просто чуть костер. Так ты промахнулся! Хватило же ума прыгать в костер дровосека. Пошел вон, паленая кошка! Человеческий детеныш мой! Это говорю я, Шанхар! Отвечаю я, наше дело! Человеческий детеныш мой и останется у меня. Его никто не убьет. А теперь убирайся вон. Или клянусь оленем, которого я убила, ты отправишься в тот свет хромым на все четыре лапы, паленая через всю джунглю. Вон отсюда. Однако поглядим, что скажет стая. Погоди, погоди! На этот раз Шерхан говорит правду. Детеныша нужно показать стае. Ты правда хочешь его оставить, мать? Оставить? Он остался в джунгли совсем один. Этот хромой мясник убил бы его и убежал на войну. А люди в отместку за это разорили бы наши логово. Оставить? Да, я его оставлю. Не бойся, лягушонок, ибо лягушонком Маугли, я назову тебя. И ты будешь охотиться за Шанхаром так же, как он охотится за тобой теперь. Правда ли это? Да, Багира, таков закон.
Стыдно убивать безволосого детеныша. К тому же, он станет для вас забавной игрушкой, когда подрастет. Балу сказал за него словечко, а я к слову Балу прибавлю буйвола. Только что убитого буйвола слов полумиля отсюда. Если вы примете человеческого детеныша в стаю, как и полагается закону. Что за беда? А все равно обратно во время зимних дождей. Что может сделать нам этот лягушонок? Пусть бегает со стаей. Всего его барьера. Что за беда? Он все равно умрет во время зимних дождей. Что может нам делать этот лягушонок? Пусть бегает со стаей. Это беда. Возьми детеныша и воспитай его, как подобает воспитывать сыновей свободного народа. Но рано или поздно я все равно его съем. Все равно съем. Да-да, иди громче. Но придет время, когда этот человеческий детеныш заставит себя реветь на другой лад. Или я ничего не смыслю в людях. Хорошо мы сделали. Люди их детеныши очень умны. Когда-нибудь он станет нам хорошим помощником. Да, помощников в трудное время. Ибо никто не бывает вожаком стаи вечно. Когда вожак стаи состарится, молодые волки убивают его. А на его место приходит новый вожак, чтобы со временем тоже быть убитым. Уши слышат, как шевелится ветер в своей берлоге.
Им не терпится расправиться со старым вожаком. Маугли, поди сюда, маленький брат. Я пришел ради Багиры, а не ради тебя, старый глупый Балу. Маугли, Шерхану. А Кела просила знать, как Маугли знает заветные слова. Заветные слова какого народа? Джунглей много наречий, и я знаю их все. Скажи слово охотничьего народа. Мы с вами одной крови, вы и я. Хорошо, теперь слово птичьего народа. Мы с вами одной крови, вы и я. Теперь слово змеиного народа. Мы с вами одной крови, вы и я. Убейте себя и волчицы. Две волчицы сколько надо убей. Но нельзя убивать ипотеки и убить человека не смей. А что такое человек? Я родился в джунглях, я слушался закона джунглей. И нет ни единого волка в стае, у которого я не вытащил бы за ноздри. Все они мои братья. И почему они отворачиваются, когда я смотрю им прямо в глаза? Маленький брат, сколько раз я тебе говорила, что Шерхан твой враг. Столько раз, сколько орехов на пальме. А чего мне бояться? У меня есть ты и Балу. Шерхан очень опасен. Это знаю я, знает Балу. Да и табаки очень тетер. Табаки приходил ко мне недавно. Говорит, что я безволосый щенок. Не могу даже выкупить зелень на орехи. Но стукнул его разика два в пальму, чтобы он вел себя немного повежливее. Ты сделал глупость. Табаки хрустит смутьян. Узнает много такого, что тебя касается. С волком собственной стаи делись лишь честным бою. Кто ввяжется в наш поединок, ослабляет стаю свою. Маугли, стая, скоро у меня будет своя собственная стая. Я буду целый день водить ее по деревьям. Да, и бросаться грязи и палками в старого Балу. Они мне это обещали. Что за новая глупость, маленький выдумщик? Маугли! Thank you.
третьего класса. Цель медитации – это здоровый ум и здоровый сердце, спокойствие, гармония и счастье. Все то, чего так не хватает в нашей напряженной. Ага. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Мы впитываем энергию солнца и отпускаем все свои мысли. Мау, вы повторяете со мной. Да как? Сможет передать мое истинное состояние души.
пока еще не занято, а меня просили говорить. Кто тебя просил? Мы просили! Разве все шакалы, чтобы присмыкаться перед этим мясником? Стая сама себе выявили вожака. Чужим это не касается. Маугли тоже чужой. Он ел вместе с нами, он спал вместе с нами, он загонял для нас добычу. И тем более он не я отдала буйвола. Буйвол отдали 10 лет назад. От него остались лишь кости. Пусть говорит Акелла. Свободный народ, 12 лет я водила вас на охоту и заход. И за это время ни один из вас не попал в капкан и не был искалечен. А теперь я промахнулась. Вы знаете, как это было подстроено. Вы вправе убить меня здесь, на скале Совета. Но по закону джунглей я имею право требовать, чтобы вы подходили по одному. И поэтому я спрашиваю, кто из вас подойдет и прикончит волка-одиночку? Шерхан! Зачем нам эта безумная волчица? Зачем? Она и так умрет. А вот детеныш зажился. Отдайте его мне! Слушайте вы! Весь этот собачий лай ни к чему. Вы столько раз говорили мне, что я человек, что я и сам почувствовал правду ваших слов. Теперь я буду звать вас не братьями, а собаками, как это подобает человеку. Не вам говорить, чего вы хотите, а чего не хотите, это мое дело. А чтобы вам было лучше видно, что я человек, я принес сюда красный цветок. Теперь я вижу, что вы собаки, но мне еще нужно заплатить долг. Встань, собака, встань, когда говорит человек, иначе я подпалю тебе шкуру. Этот скотоубийца говорил, что убьет меня на совете, потому что не успел убить детство. Вот так мы бьем собаку, когда становимся людьми. Помни, что когда в следующий раз я приду сюда, я приду с твоей шкурой. Маугли наш вожак! Нет! Я ухожу от вас. Я ухожу к своему народу. Я должен забыть ваш язык и вашу дружбу. Я был вашим братом во всем, кроме крови. И поэтому обещаю, когда стану человеком среди людей, я не предам вас так, как вы предали меня. И вот что. Акелла будет жить так, как ему угодно. И вы не убьете его просто потому, что я этого не хочу. И не думаю так же, что вы будете стоять здесь, высунув языки, будто важные особы, а не собаки, которых я гоню прочь с этого священного места, где когда-то принимали справедливые решения. Прочь! Прочь! Что это? Что это такое? Я не хочу уходить из джунглей, но я чувствую, что со мной что-то творится. Я умираю, Багира. Нет, маленький брат. Это только слезы, какие бывают у людей. Теперь я вижу, что ты человек. И уже не сделаешь больше. Пусть текут, Маугли. Это только слезы. Я ухожу от вас. Ухожу к своему народу. За летом идут дожди. За дождями весна. Иди, маленький брат, иди к своему народу. Помни, щенок, ты был лучшим моим учеником. Не забывай, что Багира любила тебя. Приходи по ночам к подножию холма, и стая будет говорить с тобой. Приходи скорее, мой сынок. Я любила тебя больше собственных волчат. Вы не забудете меня. Вы не забудете меня, Джунгли. Не забудем, Маугли, не забудем. Пока мы идем по следу, мы будем помнить тебя, Маугли. Слышишь, как стучит барабан? Thank you.
Салива Арина! Еглакова Виктория! Отводенков Денис! Кириллова Дарья! Над спектаклем работали звукорежиссер.